тогда, еще 2-3 года назад, для того, чтобы получить европейское, американское образование, нужно было уехать. Но уже не сегодня. Потому что в мировой системе образования сегодня лавинообразными темпами нарастает революция, которая все поставит с ног на голову. Россия в этой революции отстает. Эта революция связана с тем, что мировые гиганты, такие как Гарвард, Оксфорд, Кембридж, MTI и так далее, переводят свои учебные курсы и программы, спрессованные веками, в онлайн-формат, в открытый доступ. Эта ниша развивается, монетизируется, коммерциализируется с космической скоростью. Интернет полностью перевернул представление людей об образовании и обмене информацией. Сегодня любой курс, практически любой курс, любого мирового образовательного гиганта можно получить, сидя в Назране, имея свободный доступ в интернет и владея английским языком. Да, некоторые из них бесплатные, некоторые платные, но там небольшие деньги, их можно заработать и здесь, открыв небольшой бизнес, для начала хотя бы. Но получив сертификат, а самое главное, знание уровня Оксфорда и Кембриджа, на уровне финансового планирования, стратегического менеджмента, разработки продуктов, да, креативного мышления, вы получаете конкурентные преимущества по сравнению не только с местной молодежью, но и с молодежью, которая живет на российских просторах и, пока не дошла до этого уровня. Яркие примеры этих проектов — это Khan Academy. Разработал выходец, по-моему, он из Индии, Салман Хан. Он просто записывал видео, уроки по математике, по физике, которые он объяснял своим детям. Выкладывал, они получили бешеную популярность, он на этом построил целую индустрию онлайн-уроков. Но это уроки для школьников и там первые курсы университета. Но есть другая платформа, есть платформа Coursera, через которую вы, зарегистрировавшись, можете получать образование. И не только образование. Вы сегодня, сидя в Назране, в Малгобеке, в Слепцовской, можете получить работу на удаленке в крупнейших корпорациях. Американские медицинские корпорации снимают рентгеновские снимки, отправляют их в Индию на цифровую обработку, а потом получают обратно. Если вы прокачали себя настолько, что вы уже становитесь интересным мировым корпорациям для удаленной работы, пожалуйста, никаких ограничений. Это есть расширение пространства, это есть расширение измерений, да? Вот в этом тесном, спрессованном ингушском пространстве, бизнесовом, конкурентном, общественном, вы открываете новые измерения, возможности реализации в котором не ограничены. Вы добавляете новые, как бы, да, вот было одномерное пространство, вы сделали его двухмерным. Если мы научимся делать двух-, трех-, четырехмерные пространства, создавая новые ниши для реализации нашей молодежи, все, кто уехал, их будет недостаточно для того, чтобы их заполнить. Я поэтому говорю об уникальном шансе, выпавшем на долю нашего поколения. Его не было у предыдущего поколения, чтобы мы могли им предъявить, почему вы не воспользовались. Оно выпало на нашу долю, и мы уже проигрываем эти возможности. Вот завтра нам скажут: вы лузеры. Вот как мы сегодня говорим о декабристах. Страшно далеки они были от народа. Они допустили историческую ошибку. Вот завтра нас так будут обсуждать. И как Аллах Всевышний имеет практику менять одни народы на другие, существует реальная угроза того, что он поменяет нас на другой народ. И сюда придет народ более конкурентный. Мне бы хотелось, чтобы народы, которые здесь жили тысячелетиями, смогли закрепить за собой этот островок и превратить его в новые платформы, трамплины для роста.